готова соглашаться на ту работу в Бостоне. Салют. Я не знаю, как тебе помочь. У себя нет никаких прав на станцию. Тем более, земля принадлежит штату. Ты говоришь, их люди шарятся вокруг, делают замеры и все такое. Думаю, можно предъявить им, что они вторглись на чужие владения. Это круто. Да, они чудные и неразговорчивые, но наверняка станут, если ты их припугнешь. Разве эти набожные сморчки могут быть опасны? Теперь даже алкоголь хрен найдешь. Я знаю. О чем ты думаешь? Нет, тебя никто не заставляет забираться на вышки, не переживай. И смотри, не упади. Это оружие трофейное. Целиком. Отдали карту, чтобы увидеть весь округ. Округ Хоуп включает три региона. На севере горы Уайтейл. Там хозяйничает Иаков, старший в семье Сидов. Иаков обучает сектантов и отлично справляется. Илай и его ополченцы пытаются давать отпор, но Иаков вот-вот прижмет их к ногтю. На юго-востоке отсюда река Хенбейн. Там правит Вера, младшая сестричка. Я наслышан о том, как люди теряют рассудок в этой блаже. Теперь про запад. Долина Холланд. Иоанн заявился туда и забирает для секты все. Еду, припасы и, что жутко, людей. Мне поступают сигналы со всего округа. Я свяжусь с тобой, если узнаю что-то полезное. Туман скоро рассеется, и сможем вытащить тебя с острова. Не дергайся, ждать осталось недолго. О, черт. Помощник, из долины Холланд пришло что-то новенькое. От Иоанна. Тебе стоит взглянуть. Все мы грешны. Каждый из нас.
Вы, я. Даже наш отец познал грехи. Это яд, что смущает разум. Но что, если можно освободиться? Что, если все, о чем вы мечтали, может стать явью? Что, если все преодолимо, если принять одну идею? Спастись от греха можно, сказав лишь одно слово. Да. Я грешник. Да. Я хочу облегчить душу. Да. Меня нужно спасти. Если вы смотрите это, знаете, что вас избрали. Вас очистят. Вы покаетесь в грехах и получите искупление. Не бойтесь. Вам не нужно ничего делать. Мы придем сами. Вас ждут врата Эдема.
Мальчишка, сдается, ты бывалый боец. Небось, редко ходишь на охоту. Самое время начать. Такими темпами скоро ты будешь искать еду сам. По глазам вижу, что ты охотник. Славно. Боюсь, скоро тебе придется добывать пищу самому. Мы же разговаривали. Не думала, что эта пушка мне пригодится. Ты не из... Мне этого достаточно. Сектанты охоты. Это фирма Рэй-Рэй. Это фирма Рэй-Рэй. Говорили бы нас голодом. Нужно уметь прокормить себя. Я слышала, когда все началось, Мерл поехал на своем пикапе в трейлерный парк у озера Сильвер. Он может за себя постоять, но тут, боюсь, один не справится. Спасите! На помощь! Спасибо. Серьезно. Ты спас наши жалкие задницы, а? Возьми. Thank you.
Помогите! Помогите! Господи! Помогите! Стреляй, гады! Возьми дамщика! Спасибо за помощь, дружище. Я Мерл. Мерл Брикс. Каждый день я жалею, что закрыл глаза на происки этих хитрых ублюдков. Черт, я знал, что так и будет. Сейчас уже все равно. Люди нуждаются в нашей защите. Если мы хотим отплатить святошам как следует, нам нужна жажда смерти. Мой пикап. Дело в том, что он в мастерской, которой завладели эти психи. Отправляйся в американские автомобили, а я позабочусь о местных. Когда вернешься, мы устроим этим говноедам разнос. Огроменное спасибо. Я отказалась отдавать эдемщикам свой дом. За это они его сожгли. Что уж там? Сука, не рискуй.
Как я рад, что ты здесь. Минут
под силу. Чем больше ты прижимаешь дождь, тем больше у тебя желающих помочь. До связи. Иосиф и его дружков. Да где же, блин? Если мы хотим выдворить сектантов из округа, как без тачек нам не обойтись. С мастерской очистить дороги от цветош будет гораздо проще. Она здоровая, кстати. Проверь, может, заворола что полезное. Ну, блин, если бы не... Не сможешь помочь? Нахренеть, повезло. Ого, тут... Эй, не сделаешь мне одолжение? Уроды гребаные. Помощник, они забрали жажду смерти. Дело дрянь. На нем был М-60. Надо его вернуть, пока ЭДМщики не изрешетили все вокруг. Он жрет бензина больше, чем я пью пиво. Если нам повезет, найдем ЭДМщиков на заправке. Ближайшие Голден Вэлли. Проверь. А местечко вроде неплохое. Мыслишь. О, вижу цель. Ух, мозги разлетели. Это наш шанс. Бежишь, как баба. Я за тобой. Выдвигаюсь.
эту точку! Прикройте! Эй! Мне нужна помощь! Мне перестанет вести. Готово! Надо прижать!
Господь хранит! Отрет Бог слезу с очей их. Не будет ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни. Ибо у меня есть планы на вас, сказал Господь. Как помочь вам и не обидеть вас, дать вам надежду и будущее. Я не знаю планов Господа, но вижу благие дела. Слава опережает тебя. Ты лучшее, что случилось с этой долиной за долгое время. Мне бы помочь. Ты что, хочешь сломать шею? В теории все было нормально. Вот. Спасибо. О. Черт. Это ты. Прости, не поняла. Ты столько сделал, можешь немного побыть игрущиком, да? Я думал, сектанты забрали все это. Какая же я Фейргрейв, если не могу сделать заначку? Училась у лучших. Город. Он многое повидал, помощник. Спасибо тебе, но... Знаю, ты ищешь своих людей. Но дело в том, что помощь нужна не только тебе. Пастор и я можем не так много. Протяни нам руку помощи, и мы отплатим тем же. Выручишь нас? Мэри все тебе объяснит. Как будет время, приходи в церковь. Я буду там.